Всем привет, друзья! Решили такой бюджетный салат приготовить, в принципе, из доступных даже в данной ситуации продуктов. Название нет ему никакого, такое оно какое-то, можно сказать, зимний, повседневный. Какой-то, может, еще. Ну, как бы, я думаю, где-то такие салаты точно делают. Салат простой, продукция там тоже представлена простая. Будет капуста белокочанная, огурцы соленые, маринованные, какие у вас есть. Лук красный, фиолетовый, кому как больше нравится. Можно репчатый. Ну, если репчатый, обычный, лучше его кипятком обдать. Мы не будем обдавать, потому что он сладенький такой, домашний. Также майонез, наша вариация. Горчица любая, ну, лучше менее острая, кто как любит. Там можно баварскую добавить, там какую-нибудь там сладкую, французскую. Также будет картофель, один из главных ингредиентов. Обязательно в мундире варить, ну как бы салат. Лучше в салат всегда в мундире варить. Будет соль присутствовать, из специй больше никаких не будет, наверное, в салате. И горошек зеленый, консервированный, тоже как добавочка такая определенная. Если нет в банке дома горошка, я думаю, ничего страшного. Можно там фасоль добавить или что-то там еще, например. Любые эти бобы там подобные. Так что приступим к готовке салата. Все, в принципе, просто. Сейчас увидите. Капусту нарезайте произвольно, но когда соломочка, она нарезается, она намного лучше мнется в этом плане, если для салата. Так как мы ее будем иметь. Ну вот мы капусту нашу порезали, берем соль и посыпаем достаточно обильно. И все, чистой рукой перемешиваем, приминаем. Помял капусточку уже с солью, какое-то время она постояла. И картошечку почистил, все. И приступим дальше к нарезке. Лучок возьмем наш и тоненькими перышками так нарежем. Все выкладываем в нашу быстроемкость. Опять же, нарезка произвольная, на ваше усмотрение. Огурчики тоже нарезаем. Лучше взять маринованные, они более нежные получатся, такие сладковатые, чем бочковые. Бочковые хорошо рассольник делать, нам подобное. Вот, нарезаем кружочками. Если огурцы слишком большие, можно как-то их поделить. Тоже много добавлять не стоит. И берем картошку нашу, еще даже не остыла, сейчас порежем тоже. То есть картофель крупный, можно несколько частей разрезать. И вот таким вот макаром, полукубиком, полудолькой разрезаете. Картошку я присолил при варке, когда закипела чуть-чуть. Так что тоже обратите внимание на это. Майонез соленый. И капуста присолилась. И добавляем зеленый горошек без воды, естественно. Ну, как бы из овощей, смотрите, вот мы все добавили. И осталось только наш удивительный салат заправить. Возьмем горчицу. В данной ситуации дижонская. Ну, она такая лайтовая. Где-то вот чайную ложку с горкой добавим. И майонез. И все перемешиваем. Я вот с помощью двух ложек буду мешать это все. Аккуратно, чтобы картошка у вас не завалилась. Как бы остальному разваливаться нечего. При желании можете поперчить. Я не буду это делать. А ну вот, смотрите. Дорогие друзья, вот такой салатик получился. Ну, на вид симпатичный достаточно это. Запах вообще обалденный, бомбический. Продукты, как видели, очень дешевые. Слюноотделение присутствует. Так что будем пробовать, что у нас получилось. Отлично вообще. Для русского человека знакомые все компоненты, за это очень вкусно. Может быть, кто-то не поймет такой салат. Люди, проживающие в других странах, которые не привыкли есть такое. Но отличное сочетание капусты, картошки отварной, огурцов. Все, как мы любим, горошек. Салат простой, легкий.
Можно все заменить, но вот такой вариант мы вам приготовили. С вас лайки, дизлайк, комментарии пишите, готовить что-то подобное. Кому видео понравилось, то первый раз на канале. Подписывайтесь, мы будем этому очень рады. Я Димас, оператор Антон, вся наша банда. Увидимся на канале, ребят. Пока-пока.